наш турнир, который носит название «День Победы». Несмотря на праздничное настроение, тем не менее, турнир пройдет по всем правилам по рапиду. О правилах расскажет сегодня главный судья, который дебютирует в этой роли, Владислав Лебедев. А сейчас я в первую очередь хотел бы представить вам нашего гостя Евгения Потемкина, известного спортивного блогера. Очень всем советую подписаться на его канал на YouTube. Очень интересные видео с шахматных соревнований. Так что очень рады, что Евгений пришел к нам на турнир. Мы находимся в шахматном павильоне ВДНХ. Это шахматный павильон принадлежит русской шахматной школе. Здесь мы проводим занятия, ну и турниры в теплое время суток. Павильон дизайнерский, у него есть плюсы, есть, конечно, и конструктивные минусы, но, тем не менее, место очень праздничное, я думаю, вам здесь всем понравится. Хочу сказать следующее. Сегодня у нас рапид 7 тур, День Победы. 15 мая у нас будет финал по рапиду, соответственно, будет финал третьей лиги, высшей, первой и второй. Добрый день, играю в шахматы? 15 мая. Все финальные таблицы висят. 6. А давно в шахматы играете? Ну сколько? Лет 8, наверное. На нашем сайте финалистам подтвердить. Или поменьше. Напоминаю, нет, что дело в том, что в шахматах каждый год считается за 4 года. Там ты безмерно можешь говорить, что играешь 8 лет. Если кто-то у тебя разряд есть какой-нибудь? Финале, есть какой? А кто твой тренер? Мама? Нет. Папа? Да. А, понятно. Но, наверное, тебе просто так очки начисляют. В конце мая... Нет? Будет финал по классике. Это будет 20.